Никольская атомная электростанция. Она привлекает внимание ученых, конструкторов, инженеров не только в нашей стране, но и за рубежом. Смонтированный здесь реактор признан типовым для всех электростанций, работающих на атомном горючем. Ядерными установками такого рода уже оснащаются станции, строящиеся в социалистических странах. Первый блок Кольской атомной поставлен под полную нагрузку – 440 мегаватт. Оборудование работает отлично. Это событие совпало с посещением станции постоянной комиссии Совета экономической взаимопомощи по энергетике. Гости осмотрели щит управления станции. Турбинный цех. Сердце атомной станции – реакторный цех. Заключительный день пребывания гостей в Мурманской области стал главным днем их поездки. Главы делегации стран-членов СЭФ подписали протокол заседания комиссии. Как отметил председатель комиссии товарищ Непорожний, министр энергетики и электрификации СССР, этот протокол является планом дальнейшего объединения усилий братских социалистических стран по развитию энергетики.